снова в комплекте. Ну что, Эш-Котик? Достаточно жестко. Талер, это ты, брат? Привет, Мак. Давно не виделись. Полгода без старой команды. Тяжело. А то я не знаю. Мак, я это... Тут работа есть. Выпустили тебя? Ты ж знаешь, я только за. Уже согласен? Скучаешь, да? Очень скучаю. А джаз будет? Я над этим работаю. Эй, Мак, ты снял, как я блюю? Работай быстрее. Опаздывайте, не люблю ждать. Что? У нас тут ограбление! А! Джимми, черт! Надо сваливать отсюда! Сразу договоримся, вы платите за двух человек, сколько бы ни выжило. Гонка начинается, друзья, в NFS Payback. Отведите Джимми к доктору, у нас 4 километра 500 метров и погнали по городу. У нас какое-то ограбление и давайте же устроим шикарное ограбление в NFS Payback. В районе казино возможно ограбление, отправляю машины. Полиция уже на хвосте и ожидаем ее. Будем надирать задницу и, конечно, отрываться от копов. Тайлер? Эй, на брезенте лежи. Если запачкаешь кровью сиденье, я богом клянусь. Привет, Тай. Прости, сейчас не время. Какая дерзкая девчонка. Полгода от тебя ничего не слышно, а теперь ты первым делом что-то хочешь? Джесс, я... Тайлер, правда, я немного занята. И походу практически приехали. Нет, контрольные точки по контрольным точкам и добавляется время. Машина ранее направлялась на север на Кулич 3. Я Адам 35, подтверждаю, веду на... И где же черт копы? Возьми, Тайлер, я же сказала, сейчас не время. Да, Тайлер, какого черта? Тайлер, спокойно. Привет, Джесс. Мак? Я смотрю, Тай совсем отчаялся, раз тебя в это впутал. Нет, ты меня знаешь, я так себе характер. Ты начнешь рекламировать план Тайлера? Ну нет, я в твоем месте не соглашался. Он хочет пойти против Лины. Лины? Она сейчас дома. Ну вы, блин, даете. Нет, без меня. Ребята собрались собраться вместе. Не плачь, но наша детка не хочет собираться. И мы практически на месте. За это вы мне и платите. Скажи, что тебя прислала Джесс. Он тебя подлатает. Копов нет, друзья, и мы поехали уже в другое место. Добраться до убежища. Копов не было, конечно, очень печально, и я хотел погонять с копами. Вас поняла. Отправляю дополнительные машины. Нет, походу, не все так просто, и походу, копы будут, наверное. Так что ожидаем, поехали в убежище. На радаре пока все чисто. Дай мне мака. Слушай, Джесс, план безупречный. Нам только нужна... Так, Лина и дом сразу? Дай мне мака. Не можешь держаться, да? Тебе интересно. Этот план, насколько он безумен? Абсолютно безумен. Погони, трюки, безумные ограбления. Не для тебя вообще. Лина в одиночку нас наколола 6 месяцев назад. А теперь ты хочешь сделать и ее, и весь дом? Смотри, что стало с Равом. В этот раз будет все по-другому. Втроем мы можем победить. Старая команда снова вместе, да? О да, старая команда вместе, устроим офигенные гонки, трюки и, конечно, ограбление. Осталось 600 метров, практически добрались до места уже. Я Адам 1-12, уже в пути.
И вот наши любимые копы на хвосте. Ну что, погоняем с копами, конечно, мне этого хотелось, и мы это устроили. Как много маркеров на карте, нужно сделать кружок и выбраться куда-то от копов. Так что 5 километров будем гоняться с копами, давайте же устроим им погоню. Обалденную погоню вместе с копами, и наша Джесс, конечно же, покажет мастер-класс вождения. А копы на хвосте, они не отрываются. Ходили хороший дрифт, но все-таки мы не оторвались. Нет, одни копы оторвались. Меня пытаются подрезать, и тут я пытаюсь тоже. Нормально развернули. Красиво развернули одного, и второго просто в минус. Просто за борт его выкинули. Нет, остался все-таки на борту. Ускоряемся, и копы есть еще впереди. Так что прибавим скорость и будем давать ему подсральник. Сейчас на большую скорость попытаемся, хотел врезать, а там вижу какая-то блокада, если нужно повернуть налево резки. Ручником, конечно, и турбоускорение. Еще направо там тоже блокада, меня уже блокирует. Довольно неплохо копы работают. Две тачки сзади, осталась одна. Вторая девочка куда-то сзади. А вон и вторая появилась спереди, так что будем ее прессовать. Спокойно, спокойно, ребят, нужно повернуть налево, что ли? Налево и сразу взад. Нормально, еще разок. Не получилось, я просто улетел в борт. Ребята, дайте набрать скорость. Мне нужно уйти направо. И можно, в принципе, сейчас... Тачка помешала. Ясно, поняла. Ребята, на хвосте, ускоряемся и сразу даем подсральник. Ох ты да. И тачка в минусе. Одна есть, нужно резко направо. Повернули. Как хорошо, удачно повернули. Тачку развернули, и она остановилась на месте. Тачек больше нет, и пока что едем. Остался всего лишь 1 километр, и у нас добавлено время. 23 секунды, в принципе, неплохо. Идем. Где же копы? Осталось 600 метров, и копов больше нету. И уже практически на месте. Я насчет твоего глупого плана. Он не... Да. Давай встретимся. Ты где? Тупее плана я в жизни не слышал. Я от дела за такого дерьма отошел. Лучшая команда в городе всегда выдвигает гонщика на гонку. Нам нужно победить все команды Сильвер Рока, и я в деле. Мак справится с оффродом и дрифтом, а я с остальными. А что насчет дома? Они следят за всеми делами в городе. Вот тут на сцену выйдешь ты. У них будет железный план. Свяжись с преступным миром и узнай, что за план. И мы его разрушим. Значит, выиграть гонку и смотреть, как рушится дом, пока мы считаем деньги. Просто. Слава, богатство. Лина Наварро получит по заслугам. Вы идиоты, без меня сразу убьетесь. Я с вами. Да! Раф? Ты же знаешь, что без чудо-инженера мы как без рук. Ха. Сколько ж в тебе? Раз вы так влипли, я тоже с вами. Можете пользоваться гаражом, только есть пара условий. Во-первых... Вау! Команда снова вместе. Спокойствие. У вас хоть машины есть, чудики? А я свою типа потерял. Дело было верное. Долго. Серьезно? За гаражом есть машины. Клиентов, должников. С кем я работаю?